Всем Привет, привет, мой друг. всем привет, Привет. с вами я, Гамби, и со мной сегодня Лёня, поздоровайся. Привет, привет. Сегодня будем играть в игру Майнкрафт. Мы тут немного вот, почти фигни всякой понаделали. Я сегодня буду отправляться в ад. Так, мне нужно стекло. 7 стекол, думаю, хватит. Вообще, знаешь, типа, можно экстрейти-то просто скачать и фармить. Нет, я не читер, я не буду читать. Да не, я говорю нафармить хотя бы угля, у нас немало всего, а ты вообще-то видел? Заканчивай. А что с этим модом вообще не... Безопасно ходите, умник, почти. Это вот будущее. У нас просто видишь, что этим модом без экстрея вообще нельзя ходить. Да? Ну, с этим модом нам нормально играть. Не знаю, как тебе, но мне кайф. Да и страшно, страшно слишком. А. Ну пофиг, я так уже с первого дня играю. Я задолбался, я тут не. Я вижу там сереноголовый, который врубил стрёмную музыку. Пустишь его, я тебя убью. Я думаю, то, что мне надо идти в ад. Да, потому что у меня еще нет. А что я говорю, мне нужно? Ромашку или что? Подсолнух какой-то. Да, подсолнух, я не помню. Это... Да я... А у нас есть ведро воды? Да. Только не надо дай... его трогать. Ну дай, пожалуйста. Я тебе верну отвечаю. Найди ты как-нибудь. А где он? Подожди. Что за тема? Вначале скажи мне, как мне найти подсолнух? Да не знаю, по в деревне надо у нас компас есть. А так ты можешь сделать себе ведро, и у нас на улице тоже есть вода, можешь пойти взять вот воду. Чё? А я ватердроп делаю, я ватердроп буду делать сейчас. Ну все, тогда делай себе ведро и иди на улицу, там у нас есть. Да нет, я пока ведром воспользуюсь, я потом его. Это дом. Это белый типа. Я хочу тоже собрать такой пончик. Ой, нифига себе, это пуски он сделал. Я вообще сейчас просто ватердроп делал, у меня просто вода просто шая там. Ну все, я в шахте. Прям глубокой, прям, да. Все. Я еще не в такой жопе глубокой. Я в жопе. Дело... Я чуть не уже. Дело пахнет бананчиками. Да-да-да. Рипер! Уйди! Уйди! Убила, чуть не убила меня. Оп. Ганя. Чё? Ложись спать. Зачем? Сейчас же ночь, а мне минус один FPS. Ты тупой? Нет. Я вообще-то в карте не так. Блин, алмазы! 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 4 алмаза! Алмазы! 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 Ты же у меня, который уже весь полный этот... алмазная броня вся. У меня только алмазы. А у меня вся полностью алмазная броня. Так, конечно, я недавно на этом с тобой начал играть. Реально алмазы. Реально мегалодон. Ой, я нашел еще эту фигню. Не нашла, не хватит. Ай, жестко. Ты чего алмазы, походу, нашел? Реально, походу, да. Нет! Я почти нашел алмазы. Еще. У меня есть один я изумруд. На такой высоте был. У меня на халяву один изумруд есть. Я вообще изумруды это нахожу. Не, если честно,
кто хочет, мы будем посрать. Да, о! О! Бля. Я обосрался ты. Я хочу вот друзьям к моим с Красноярска выйти на сервер, они запрещают там с XRM играть. Что чё? Это такое? Подожди, я кладбище нашел, что это? А я тоже находил, там, кстати, Рэнди, могила, там тоже можно что-нибудь найти. Нифига тут скелет. Вот это мне дали косточки. Только аккуратно это. Thank you. Какое я говно спустился, никуда. Я хочу алмазы опять. Ко мне женщина в зомби бежит. Я б тебя обнял, но я не могу. Достал. Все. Ну и валяйся там. Мне же мне тебя не жаль. А где я был тогда? Лёня! Ты тут ящики не проверил, ё-моё! А где чё? Тут под гробами были ящики. Нифига тут, да? Лёня! Эх, зря ты не проверил, Лёня. Ты где вообще, в шахте? Нет, я на кладбище. А, и чё там, ящики? Ну да. И чё? Тут много чего клёвого, слышишь? А у меня много сколько алмазов. Так это дело я сюда пока что положу, потому что оно мне нафиг не надо. И для дома я вот сюда. Нет, стоп. Для дома я сюда. Ты железо, но не надо. Я опять алмазы буду искать. Я просто тупо вниз копался, и я алмазы нашел. Я так не сделал. Эй, я реально провалился в какую-то дерьмо и нашел алмазы. Там редстоун, но я на всякий случай возьму. А я редстоун тоже добываю. Типа. Вот он еще один редстоун. Нифига косточек! Слышь, я уже могу два, я могу уже дофигища собак. Шлюха бежит ко мне, а? Че, не учишься? А ты пикаешь вообще? Ты пикаешь, Макс? Сейчас нет. Ну потом будешь пикать? Наверное. Просто все это очень долго длится, типа эти записи. Да... А, понимаю, типа, ты меня так... любишь. Ну не надо ко мне так сильно близко подходить. На тебе к нему плоть. Вот, я алмаза нашел. Тетя Зина, только посмотри меня. Ту, тетя Зина, свали. Я алмазы нашел. Ну ты сколько? Чего? Договоришь. Первым пошел в жопу, я больше тебя нашел. Я 10 алмазов нашел. Очень мало. И еще золото по 5. Очень мало. Во-первых, у меня дофигища. Я на такой высоте, я у нас. А что там у тебя опять спросит? Не молния как ударила, за мной какой-то черт побежал. А, это я понимаю, топ, еще алмазик. Еще за мной бежит, Ой, еще алмазик. Еще я, еще я нашел эндермена, мне его надо убить, потому что мне нужен. Тебя этот монстр мутировал в себе? Да, из-за него я потеряла первую землю. Ну нифига, я тут нашел лут, конечно, смотри. Думаю, мне уже надо собак идти искать. Что я еще не нашел. Да, пошел уже алмазы еще в этом добуду. Так опять сколько алмазов тебе добыл сейчас? У меня 45 костей. Я 9 алмазов добыл. У нас 20 нити, 45 костей и 28 паутин. Еще алмазы? 7 пороха. Это сколько я алмазов? 17 алмазов, почти стак. О, стоп, грызну. А? Алло. Я, короче, у нас на карте проверяю.
Ну, можно вместе на сохранение, где 800 тысяч навык, и там машину сделать, да. Короче, ладно, я в Майнкрафт играю, если хочешь с нами, дальше я тут алмазы смотрел для тебя. Ну, вот, там с нами, если хочешь, ладно, как сделать, давай. Ох, еще алмазы нашел. Опять я везучий. Это какая высота должна быть, чтобы столько алмазов находить? Просто они тут везде, а вот так просто... Вот, дай-ка угадаю, сейчас алмазы найду, вот просто вниз попали. Сначала лаву проваливаешь. О, алмазы, реально! Не, реально без опыта, я прокопался вниз алмазом. Кто я прокопался вниз, нашел нифига. Нет, это надо новости типа первой делать. Ой, да ну жопу, слышишь, братан? Может, идешь? О, все, оставайся там забаганным. Я пошел вообще в другой какой-то другой мир. На меня смотрит житель с лицом белым. Ах, ты мразь заметил. Б, не иди ко мне. Я тебе сказал, не иди ко мне, ты черт. Потому что ты не приплывешь. А мы с крысом могут приплывать? Верстак, так взяли, верстак, все, я убегаю. У меня 35 алмазов. Думаешь, надо вот там сейчас покрасить уже? Mm-mm. Или еще поддобыть? Еще добывать? Ковшак. Нифига себе, сколько тут лавы. И тут алмазы лавы. Каким тут алмазы над лавой? Лёва. А, этот лох утонул. Офигеть. А что у нас тут сохранение ресурсов? Это я, потому что включил, если бы я не врубал, то мы бы уже бы давно лохами были бы. Я думал, я врубал его провалить, да? Ай, больно. Ай, больно. Кто меня ударил? Это же дядя Фёдор. Блин, а! Я дерево забыл взять. Надо вот зуб еще добывать. Я обосрался. Нет, уйди, монстр! Уйди, 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 уйди! Давай. Что-нибудь. Я броню буду их красить. О, вон он броню. Давай, как шлем красить. Вот это. А, ну что, шлем. Окей. Красить. Да, у меня. Это. Все, сейчас крафтим. А, вот дерево, на, я нашел дерево. Кайф, 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 кайф. А, я хотел лодку сделать, ё-моё. Зачем? Будешь этот... Как это, да? Чё? Там, вот. У меня ещё куча алмазов, завидую молча. Не обязан. Пошёл я, жопу. У меня столько уже этого блоков, что я ася богатый.
Я уплываю. Зачем? Я плыву. Куда? О, я, видимо, нашел. Я нашел другой мир. Ну, не другой мир, а другой район. Ну ты пока там плыви. Я уже доплыл. Развиваюсь. Я уже другого этого доплыл. Я тут развиваюсь. Да все ради подсолнуха. Стой. Потому что он показывает направление этого, как его тебе сказать? Как тебе сказать? Я забыл. Местоположение, короче, этих скелетов в аду. Башни, короче, вот. А, и потом с помощью её найдём быстро, да? Да. Сейчас я на пару секунд мирную включу. А, на мне броня старая, но я ее снимаю. Ух ты, негодяй. О! Пожалуйста, нет. Блин, я дернулся, как не знаю кто. Что случилось? Что как? Там на повороте просто мразь аута стоит такая. Фирку надо алмазы крафтить. Да, кстати, типа, скрафти алмазную кирку. Я вот алмазную киркой хожу, но у меня уже сколько лет не ломается. Сколько дней? Я... А мне ее надо, кстати, еще зачаровать, да? У меня сейчас 15 алмазов осталось. Нифига себе. Дима, у меня аж минус 1 FPS был. Что за лягушка? А ты чё? Так они же зелёные, чё они рыжие? Рыжая лягушка. Ох, какой-то огонёк. О, у меня 25 рук полно. Овцы. Какой жопе? Не теперь я понимаю, супер. Что я ушел далеко, блин. Так, ну я к тебе так палки. Зачем нет? А чё? Не надо ко мне. А ты в алмазке, Герман? Нет, я далеко ушел. А чё ты не в алмазке? А, ну не, я покажу в золотом этом наборе. Алмазка у меня вся есть. Зачарованная. А, ну я так пока в железке, потому что мы еще. Я а у тебя есть лук? У меня просто... Это... У меня есть арбалет. А, у меня лук есть. У меня зачарованный лук. Это больно вообще там. Ну. Лёня, ты лучше домой иди. Я дома. А чё случилось? Не, просто говорю. На всякий случай спать лег быстро. Опа, это что за вид? Я не помню. У нас еще нет такого вида дерева, ну кому нам нужен? Че с землей? Я в железку пошла. Где земля какая-то странная, и деревья какие-то. Выключи. Что с землей? Че она какая-то. Герман, ну я там просто добывал там все. Если что, попробую. А, я за все сундук, что надо делать, правильно. Все сундук заложить, что надо делать. Эва, угора. Ты в аду? Нет, не в аду. Ну если что, команду килл пропишешь. Боже мой, исчезни. А, мне как надо хп. Так что все, пусть намеренно пока что будет. Зачем мы крафтим кирки, если топор эффективнее? Гений, кирки нужны для... Ой, это если
Зачем мы крафтим меч, если топор эффективный? Ты гений. Да. Блин, я зачем я это сломал? Блин. Блин, нифига тут мир. Куми квартале. Да фигня. Если еще нужен подсолнух. Скажите, это дуб? Скажите мне, это дуб? Это дуб. О, яичко! О, яйко, пусть яйко. О, еще яйко. Вот я могу просто сейчас пойти в деревню и просто торговаться жителями. А ты с собой изумруды взял? Нет, у меня один изумруд. Так эти шахты. Что я снежную фигню нашел? Снежный лед? Да. Вначале лед, а потом... Там еще рядом есть красный биом. Чего? Ты вообще где? Я где тупо? Нет! Ты тупой? Я под землей дал. Ты у меня не под землей. Я под картой. А, это красные деревья, ё-моё. Все равно непонятно, почему они красные. А у тебя же мод еще и на биомы, да? Конечно. Ну, нет, нет, нет. Я на самом деле не знаю. Просто деревья в таких монтрафе, ну, без модов нету. О, шоу и шай, капец тебе. Давай, нападай на меня. Пам. Убью. О, это... Это корова? Господи. Это грибная корова? Что? Это тут корова вылежала. О. О, смотри, что у меня есть. Я снежок, если я знаю. Виджитель в крови, what the fuck, что здесь происходит? Братан, ты живой? Он убитый! Где? С него выпало изумруды, и мне еще мама звонит. Алло. Алло, да. Ну да. А зачем? Ага, все, давай, я понял. Ага. Лёня, я благодаря этой корове нашел фигню какую-то там под землей. Ты где? Ты еще лиса дохлая. Да я тебе, короче, ничего не ломаю, я хочу посмотреть. Да вот. Он. О, убиваю я. Нам плюс жрачка, во-первых. Это фу, это фу. Офигеть, я там что-то вижу. Это Бьюри, будешь как-то это? Ой, чё? Что это? Ты дерево, слышишь? Это дерево умер... Лёня! Чё, ща, подожди, стой. Это дерево мёртвых! Во-первых, видишь, кто тут лежит? Ломаем его. Его он повесил? Надо, надо его спасти, это его повесили. Не, не, о! Нажми на него, падунка, мыши. А чё, у... Что, Эндерп? У меня таких где-то 32 штуки. Серьезно? Нифига. Попробуй зайти. Заберись на это дерево наверх прям. Я пока тут следую, что здесь. Да не, я не буду забирать. Зачем? Там есть что-то нормальное. Во-первых, так я нашел много золотой фигни. Зачарованной. Поделись, я с тобой делился, я с тобой делился. Во-первых, мне не нужен... Так... На тебе покажи. Меч, это о, и топор. Ай. О, вот это благодарю тебя. И меч. Не знаю, зачем мне огнево. На тебе огнево, если надо. Там огнево тянешь. Ой. О, боже. Это я себе положу, если что, Гриша будет с нами играть, ему дам эту фигню. И, кстати, я реально хавать хотел, поэтому пой. Чего? Не, ничего. Ну,
конечно, спасибо. Так, где-то, 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 где-то... Да нет, нам надо все-таки до дерева обследовать полностью. Так, а зачем? И чтобы его обследовать, нам вначале надо... Стой, 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 стой. Ну, ты упал! Не хочу. Ложись, чтобы утро было. Ой, что это? Вы не задолбали эти звуки. Что? Это типа кто-то спальница или что? Да. Так, и что, он рядом с нами пойдет? Нет, он просто спавнится. О! Вон, смотри, кто-то спавнит. Меч, меч, да. Вон еще 300. Откуда ты был? А. Что, если... А если что? А? Видишь, что он сказал? Если see bad, let me enjoy the sun for us, come back at night. Чего? Разговорчив человек. Нифига с этого дерева падает сколько дерева. Нужно мне вас... Дальше. Я сейчас к тебе построюсь просто. Я его освобожу. Кого? А как ты их освобождать-то будет? Вот тут можно. Ты чё? Ты чё освободил? Если я его освобожу, то, наверное, он что-то даст. Ты Герману иди строй. Меня воды стоп. Ты даун? Что я ничего не делал, даун? Ну я скину. Что? Что-то выбыло! Что-то выбыло! Что-то выбыло! Железо. И. Нифига, золотой блок! Слышишь? Бирюзовая урна мне выпала еще. Вот я ее сломал, мне выпал золотой блок. И чародейская книга. Чародейская книга у меня есть. Это лайки просто. Какие-то роза, Венера. Ну и что мы делаем тут вообще по идее? Я здесь скрафчу кое-что. Я думал, я сейчас сдохну. Я думал, что я сейчас сдохну. Я думал, что я сдохну. Пошли в мясо, ну-ка. Я не хочу. Ну, пожалуйста. Ну, иди. Ну, чуть позже, вот, долго есть. А где мы? Подумай. А чё? Что? 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 А почему? У меня одно хп осталось. Ай-яй-яй. Герман, почему я стригу? Кого ты стрижешь? Деревья. Ты смотри, просто я хочу срубить дерево. Чё, парикмахер? А я не знаю, почему так. А, прям полностью срубаешь? Нет. А, это дуб такой гений, это мод. А зачем? Представляешь, чтобы потом можно было все дерево сломать. Вот а как факт. Его полностью сломать? Просто бей его по этой фигне. По какой? По нижнему? Который, да-да-да. Я вообще снапнулась, всё, просто... Мне уголь упал. Ой, я его сломал. О! Стоп, а ты чё? Ты дохла корова. Герман, ты где? Я тут, я тут. Это же лошадь! Блин, я седло забыл дома. Я могу просто корову убить, но кожа я помню. Чё мне пролагивает? Тебя тоже подлагивает? Меня пролагивает тут. Ну, типа...
прогружается, да? Да. О, о что? А, у меня тут ничего такое. О! А мы сейчас куда? Я просто хочу найти что-нибудь здесь. О, а что это за люди? Опять житель умерший. В Майнкрафте все что. О, убей, убей его, убей его, убей его. Он смотрит на меня, убей его, убей его, убей его, он смотрит на меня. Опять он где, 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 где? Деревня! Деревня! Быстрее! 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 Рейдинг! А что такое белое? Это песок. А, белое это что-то. Рейдинг деревня! Только аккуратно. Големов тоже рейдинг. Ой, что? Чё? Поломанная деревня. Уйди, уйди, уйди. Это моё. Нифига! О, ружьё! 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 Ой, а там что, есть ещё? Нет. И что, у тебя ружьё теперь? Ты всё зарейдил? Да. Нифига. А у тебя только одно ружьё? Покажи, достань его. Оно стреляет, только не в меня. У меня есть 4 патрона, есть 4 патрона. Ну тогда оставь, как играть. Ружье тоже. Это твое ружье, ты его спрячь, мой достаток. Ну давай. А что тут было? А, это дом охотника, Герман, я понял, это дом охотника. Ну он сдох. Видишь, тут больше ничего нету. Это дом охотника. Вот еще один домик какой-то, еще один домик. Пошли его тоже. Только давай, если там ружье, то меня. О! Да, давай я проверю. О! Тут мертвый чел. Во-первых, тут мясо. О. Да, отойди. Ну, да я проверю то. К нему тут ничего нету. Да? У меня тут ничего нету, Лёня. Вот, вот это да. И чё, куда мы? Да? О, там ещё что-то, там ещё что-то. Побежали за мной. Ты пока ко мне. Ты пока мне, ты пока мне. Чё, куда, где? Да ты пока мне просто, ты пока мне. Я вижу, да я вижу, я нашёл. Стой, 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 надо вместе идти, надо вместе идти. Я сзади, стой! Может, ты меня подождёшь? Ну что не так? Ой! Чё там? Ещё ружьё. Да не, где ты? Я умираю! Где ты? Ты уйди, не умирай. Мне надо пройти. Сейчас. Полож куда-нибудь. А, это ты меня закрыл? Кого где? Дай мне ружьё, пожалуйста. На. О, а патронов не было? О, патронов, спасибо. Спасибо большое. Мне нужно... Офигеть, у меня тут стака дерева просто, я того всё в шоке. Пошли. Можно заутарить, да, мне нужно ещё подсолнух, лишь один подсолнух. А нам, у нас ружьё есть, по идее, мы знаешь, что с тобой? Ну теперь спокойно можем забахать кого хоть. Это что? Мы патроны можем потерять как бы на изи. Как потерять? Ну скажи мне, как потерять? Выстрелить те патроны просто так. И не убить никого. Я нашел собаку. А их же можно скрафтить. Ты тупой! Все это моя. Их скрафтить можно патроны. Как их крафтить? Подожди. У меня собачка есть. Пошли. Сейчас, стой, подожди, я патроны... Ты чё, дом? What the fuck? А как патроны крафтить? Давай сейчас посмотрим. Я не знаю.
Моё того не рад поднимать. Так что-то дом какой-то странный пока что. Где ружьё? Вот так. Дом, what the hell, что с тобой происходит, дом? Дом, кто ты? Дом, что ты? А, вот патроны, вот. Патроны как? Собака, не иди ко мне, не иди сюда, собака, не иди. Вот собака, тут какой-то... Собака, тут какая-то фигня. Где ты? Не тпхайся, я тут. Ну, я тебе говорю, не тпхайся. А чё, тут ничего не было? Тут ничего не было. Наверное. Слышишь? Что? Патроны, походу, никак не, не крафтят. Это только... Это только сейчас понял? А их только находить? Да. Ух, нифига, где мы? Ну, в говне. Там, да? Да, мы в дерьме. И тут какой-то... Да, тут... Нифига там. Ой, давай пройдем туда. А. Угу. Уже лечу со всех ног. Ты офигел? Да всё, спай. Чувак! Чьи-то шаги были. Там был, там был след от... От ног. Лёня, это, по-моему, заброшенный район. Ну, значит, кайфом летают. А, и ещё, когда мы на карту идём, ты задолбал. Я не пойду. Почему? Потом пойду. Слышь, мы опять нашли это здание, алё. Пошли спустимся, помнишь, в прошлый раз вот я алмазы там нашёл? Стой. А, тут... Да, отойди! Открой мне! Тут темно, алё, ты чё меня закрыл? Да, ты меня закрыл! Чё ты врёшь? Ай! Больно! Где ты? Я вниз иду, я тут всё поджигаю, чтобы... Ай! Тихо, моя собака. Собака, нет! Я боюсь, что собака попадет в огонь. Так она же сразу сдохнет. Опа! Слышал, сейчас кремаки будут, походу. О. Что-то я вообще нифига не вижу. Да ты хватит! Я поджигаю все, придурок! За то, что ты меня поджигаешь! Да кого я тебя не поджигаю? Я поджигаю. Ай! Да где я? Опа, кто-то спавнится, я побежал отсюда. Моё, уйди. Говно всякое, говно. О! Да, дай мне. Down. Пока. Да стой, отдай изумрудов чуть-чуть, я всегда долю тебе отдавал. Ты мне тоже дай. Слышишь? Дай долю. Чуть-чуть изумрудов. А изумруды! Офигел. А!
Ох. Бомбил. Надо бы отсюда как-то уйти. Я же все телепортировался. Боже. Тебе не понравился фокус? Ну мы реально бы оттуда не в месяц выходили после. Я, может быть, и правильно сделал. Чё молчишь? Чё? Я правильно сделал, что скипнул на двоих. Ага. Конечно. Так мы бы оттуда, блин, долго выходили, пофиг. Я, пошли два самока. Иди! Да я машину собрал, это я дал. Пошли поиграть. Иди, я не хочу. Это, блин, я с тобой играю, теперь ты со мной поиграешь. Гриша придет, поиграешь с ним. Куда придет? Когда Гриша придет, тогда поиграешь с ним. Он не подойдет. Кстати, пригласи его в звонок. А? Пошли в этот групповой сейчас, подожди. Мне, я находил лук раньше, чем вы. Дробовики, не лук. Дадите мне дробовик. Сам найдешь как. У нас нету тебе дробовика, у меня вообще стак алмазов был. Вот, Лёня, ты пока иди в шахту еще покопайся или куда-нибудь там. Я с Мишей пойду в шахту. Миша со мной поедет. А! Только сейчас опросил такой кайф. Что это такое? Это что, здание? Герман, я некоторые на общак, некоторые для себя. Что такое? What the fuck? Чё делает чёрный кот, во-первых? Меня смущает это. И чё за котёл? Котик, здорово. Это, Лёня, можешь взять, пожалуйста, там, это, рыбу? Нет, я вообще хаваю, я же сказал, я АФК. У нас рыба там есть, где жрачка. Опа. А где жрачка? Где кухня? И потом где кухня? Хорошо. А потом где кухня? Не угорай. О! Потом, потом возьми треску или что там, типа рыбы, короче, принеси сюда. Конченая шалава, я тебя сейчас кикну отсюда, понял? Случайно, я правда. Дайте, вот. Пожалуйста, дробовик, у меня нет. Найдешь тебе потом. Когда мне Лёня... Лёня, давай рыбу. У меня есть жареная рыба. Ну ты на тебе. Я не забрал. Не надо меня бить, у меня броня слабая. А у тебя лосось или что у тебя? У меня? У меня жареный лосось. Да блян, как кошку? Надо кошку подкормить. Пикатасай. Я ведь... Ладно, сейчас кому лодку сделать? Мне! Двоим, короче, сделаю. На Лёня, на Мишу. Можно на двоих лодку сделать? Европупсик. Лёня, дай ему свою лодку. Дай ему лодку. Это моя лодка, уйди! Как это... А, вот. А где моя лодка?
Я тебе скинул даун. Нету лодки. В инвентаре посмотри, додик, она у тебя. Поехали, поехали, я с тобой еду. Куда едем? Ай, у меня минус один FPS. У меня тоже. У меня тоже. Что происходит? Нифига тут жрачка. Что происходит? Что за дрифт? Токийский? Да. Нет, мы россияне. Нет, мак. Я сейчас еду с, с Леоном. Я не знаю, куда ехать. Лёня. Я не знаю, но я буду ехать за тобой. Я сейчас вообще такой плюс. Дрифт. Не лагало. Герман, остановись, пожалуйста. Миша, лодка твоя где? Не, у меня её нету. Блин, я сейчас утону. Мне ее не дали. Ты, ты придурок, тебе Леня давал. Леня, дай ему. Да у него я давал, где-то ее просрал. Мне нету ее в инвентаре. Значит, она отспавнилась, потому что ты ее не поднял. Нифига, стреляй, стреляй! Зелье стреляй не нашел? Нихера, да. Кстати, валим отсюда, тут ведьма может быть, если тут ведьма зелье исцеления. О, я нашел кое-что. Это то, что я о чем думал, то, что я сейчас... Почему я не могу поставить ухлопку? Деревня! Понятно, деревня, что-то не знаю. Не могу в эту пипиську. Леня, ты что это написал? Я случайно, я забыл, что у меня нету копии ТП-ха. Зачем вы ко мне ТП-хаетесь? Это я нахожу, вы... Тут торт! Нет, я просрал торт! Миша, что нашел? Это Миша, мои дома, нашел? Зачем вы сюда приходите? Кто забрал? О! Лена нашел. Вы задолбали, зачем вы забираете моё? Это я нашел. Я же... Задолбал сам. Мой хлеб, всё, иди. О, моё, Герман! Нифига тут го... Не, ладно, все, извините, ребят. Что тут? Это полноценная пища... деревня. Житель зомби, это нормально? Ема! Стоп, я что нашел. Это? А, это же, это крашеные кожаные штаны. Ведро воды, срая треска. Густок слизи! Кого? Табак какой-то. Густок слизи нашел. Слизь? Сгусток слизи нашел. А чему радоваться? А вдруг он понадобится, тут не я его нашел. Нифиговая здесь нашел уже, конечно. У меня есть борщ. Мамин? Да. А чё, у него мамин? Поставить эту выхлопную птичку сюда. О! Который... Ребят! Я нашел кожаный шлем крашеный. И зачем-то стойка для брони. Стойка для женщины, блядь. О, компас! Подзорная труба! Подзорная труба нашла. Да блин, вы чё, офигели? Все без меня. А эта пиписька ставится, а почему она ставится? О, что? Я нашел. Ну делись, что нашел. Говори. Ах, вы падлы, все забрали. Ну да, мы уже все облутали. Нет, не все облутали. Вы знаете, что нам эти подмостки нужны? Какие подмостки? Ну тут были. Даун. Ты даун. Какие подмостки, я тебя спрашиваю? Там были подмостки. Я не понимаю, что там. Какой-то звук. Вот эта пиписька меня уже начинает бесить. Вот эта активация Windows. Что это за здание? Ты ко мне топайте все быстро, я сказал. Да! Стой, Гриша. Ой, Миша, стой. Миша, стой! Где это? Что это такое? Я что-то нашел.
Миша! О, нет. Стойте, я пытаюсь понять, что здесь происходит, стойте. Попытаюсь здесь что-нибудь добыть, я пока попробую найти. Это баг какой-то, 100%. Он не может так. А у тебя что с компьютером вообще, Гриша? У меня все ок. У меня в мессомеркар выхлопная труба не ставится, стоковая. Как же просто. Хотя у меня стоит стоковый выпускной коллектор. Это просто здание какое-то говняное. Я эту машину она не нужна, я поехался на рейде, чтобы тебе, чтобы посмотреть говно какое-то. Че, даун? А может не надо стать выхлопную вот эту? А что она не нужна? Из-за нее все не ставится, но я такого не слышал мифа. Я сейчас на острове нахожусь, потому что я скачал мод на дорогу через остров. Я хочу к тебе в лодку. Так, теперь останавливаю. Она мне пробила чё? Шину. О, моё. Да будьте там уголь. Что, да будь. Так. Да как эта штука ставится? Почему вот это ставится? Тюльпаны. Ой, какие тюльпаны. Подсолнух. А это-то ставится. Где? О, нет, это не подсолнухи, куда ли? Я надеюсь, чтобы они тут были. Но, блин, мне нужно... Ой, Герман Абача, а чё ты броню свою не зачаруешь? У меня есть уже алмазы зачарованные, я просто взял ее, у нас алмазы зачарованные, мы просто взяли, чтобы это сохранить. В ад пойти, чтобы в ад пойти. Да, правильно. Потому что если бы у нас бы, это, как его, была бы алмазная, нас бы там убили бы просто все. Да что ты за яйца гипопотам? О, вот это собираем. Собрал. Начальная музыка Мессимер Кар топ. Слышите, да, эти штуки? Это не как на заброшку. Вот на заброшку я больше не хочу ходить. Согл, потому что нас там чуть не поймали. Нет, во-первых, там мы уже все исследовали. Нет, мы про заброшку. Стой, видите, как тут. Видите, куда дерево, слышите? Мы не про заброшенный завод, мы про нашу фармацевт. Видите, что там за дерево? Видите, что там за дерево какое-то? Большое. Не вижу. Кстати, я записи. Там математичка. Да, я записи. Вот куда я сейчас отойду. Я сейчас приду. Так, Миша! Так, мне опять добывай уголь. Минут. Я пока посмотрю еще на дерево. Все, вот это надо просто снять. И тогда, может быть, Миша, ты добываешь? Миша, ты добываешь? Алло. Алло, да. Нет, это просто обычное дерево какое-то. Пекло. Снимаем какую-то насадку. Что за кнопки? Что это дело? Мне сейчас надо пересобирать пол двигателя. Чё, алмазики будем собирать? Хз. Я пытаюсь найти тюльпан. Мы можем с Мишей, короче, пойти в этот... шахту, если я пропишу команду киллу, да пойти добывать алмазы. А, Герман? Да. Ну, может, идти. Чё, давай? Миша, алё. О, и меня, о, всё, окей. Миша, не тпхайся. Ты убил его, да? Да.
Это надо крутить? Да, это надо крутить. Миша, где ты? Стой, Миша, Миша. У тебя есть кирка, Миша? Да. Короче, смотри, я сейчас кое-что включу. Пойдем, короче, мы сейчас в шахту. И теперь десятый этой какашкой надо. Тихо, крутить. Тихо, мне Мишу надо слушать. Все, тихо, все потихо. Мы сейчас в шахту. Герман пусть подсолнух ищет. Короче, Миша, сейчас мы с тобой сейчас пойдем в шахту. Ты ходишь за мной, и я тебе говорю, где алмазы добывать. Ну, типа, что тебе надо собирать? А то у тебя нету алмазов. А мне за это прибыль будет? Эй, ты не лази! Не лази! Это мой сундук! Это мой сундук, не лази туда. Ты ничего не брал, мне просто... Всё, пошли за мной. За мной иди. За мной иди. Миша. Так, иди. За мной иди. Потому что я там уже находил. Я ведро не взял. Подожди. Зачем он мне? Так много интересных мест. Блин, я иду именно в какие-то странные места. Где нормальный выпускной коллектор? Да нигде ты вообще лишний. Да чего мне добавлять? Я постоянно звонок. Просто так. Миша! То, что делать нехрен. Как обычно. И где нам воду взять? Мы тебя добавляем, чтобы ты сами играл, а ты... Так я играю, но не с вами, и что с того? А, я вспомнил, где вода! На берегу! Чтобы ватердроп... Всё, иди, Миша, за мной! На берегу, в синем платье. Я тоже нашел шахту, но я не хочу туда идти. Миша! Ты где? Да иди, спускайся ко мне, вон мне. Сейчас ватердроп будем делать. Давай. Надо пиво бухнуть. Давай, спускайся. Да где этот выпускной коллектор сраный? Спускайся, прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай во все дыры. Всё, за мной иди, за мной, за мной. Хоп, прыгай. Ко мне. Всё, прыгай. Ай, мой глаз, всё. Ай, мой сад. Бери кирку в руки и за мной. За мной, кирку в руки и за мной. Мы сейчас будем спускаться ниже, ниже, ниже. Всё, короче, копаемся. Смотри. Просто вниз копаемся, это моя таксика. Токсика. Пойду по симплю димплю. Стоишь на берегу в синем платье. Без платья. Оп. О, Гриша. О, Герман. Пошли за мной. Ну ты спустись ко мне. Стой. Залезь ко мне. Миша. Где это яйцеголовая кукла? А, что это? А нет, ничего. Это математичка. Это еще одно кладбище? Еще одно кладбище? Что? У меня морковка была. Короче, да. Что я узнал? Мод надо удалять начисто. Кому? Понятно. Кому надо мод удалять? Да мне надо мод удалять. Потому что он сломал мне с отцом. Одна, я думал, ты уже ел, ладно, все. Яйцеголовая штучка. То есть, Гриш. Офигел. Эти какашечки против нас. Кого ты там? Да Миша! Евромишна. А сама... Я реально... Блин, копаюсь! О, нет.
АСМРчики кидаем, АСМРчики. Миша, ты вообще тут? Миша молчит. Он в звонке. Я тут. Миша, что-то ты вообще тихий. О. Теперь я громкий. Нет. Тихо, подожди, что в этом сундуке? Стой, что? Что в этом сундуке, посмотри. Что там? Каком? Что ты бьешь меня? Кусамагун. Ну отойди, потому что. Отойди! Да отойди ты, ё-моё. Я на служёном какую-то деревню, да, либо ему тут уже были, я не помню. Отойди, не я реально не помню, были мы ли тут или нет. Но, по-моему, тут не были. Да просто всё вот это всё говно, которое мне не надо в инвентаре, я просто выбрасываю. Уголь нужен. Герман. Что? А у тебя есть какая-нибудь вульгарная училка? Нет. О! Эндерперл! Два эндерперл! Мне дадите потом. Потом, да. Ну это для ада, да? Только потом поймешь. Мне потом дадите просто. Не дох, сколько тут яблоко! Лутаем, Миша, все! Чё там? Тут просто 8... Все, короче, мы богаты, Миша. Мы, Миша, с тобой богаты. Со мной... Ой, еще! 4 эндерперла! 4 эндерперла! Ну, это мне однозначно дадите. Ну, это нам для ада, всем надо, для портала. А кисленный медный блок? Герман, я еще 3 эндерперла нашел. Мне дашь, окей? Давай, паутина, отпусти меня. Паутину надо. ТНТ что? Нашел! Это нужно мне. Ты динамит нашел? Динамит мне надо, у меня есть динамит. Еще. Да, я рубу железно нашел. Да почему он не устанавливается? Тогда через МСК эдитор. Я тут деревню просто. Я тут деревню залутал соло. С нами тоже поделишься, что залутал, понял? Только. Ну все, Миша, мы так-то не все подлутали. А где вы именно? Пошли, чтобы котик! Ищем. Котик! А мы в каком-то городке подземном. Мы в каком-то городе подземном. О, еще! Ура! Я кота приманил! Ура! Чародейская книга. Я кота приручил. Золото. У меня котик есть, все, завидуете. Золото, да? Ваня, ты где? Чё? Ты где? Да я тут просто лутаемся. Ты же понимаешь, что лутаемся. Просто лутаемся. Я ж тебя потом... Ты тахнешься потом ко мне, когда я тебе скажу всё. Да боже! А где это говно? A, B, C, D, E. А она всё равно не ставится, даже через МСК. Все, Миша, пошли со мной алмазы добывать. О! Лазурит. Он мне как раз нужен. Будет. Миша, ты идешь ко мне? Миша, я сейчас. Сейчас. Показываешь, что установлен. Я могу сейчас на изи делать дофигища динамита. Ой, я упал. А, нет. Даже через МСК это не работает. Миха, ты пахайся ко мне. О, алмазы, я алмазы нашел. Дай мне, вот у вас цепь. Я тебе дам алмазы, дам. Ну тут я 3 алмаза тебе оставил, у меня 3, у тебя 3. Косак, да будешь мне лень. Так, кот, смотри, ты сейчас берешь ровно. Ты пахайся ко мне, нет, кот, вот. Кот, нет, мы видишь, идем. Что ты алмазы? Кот, мы туда идем, кот. Там что-то страшное, мы туда идем. Что-то большое. Видишь? Что это круглое? Что это? Что это круглое? Какое-то каменное или что это? У меня аж голова закружилась. А ты стоишь на берегу в синем платье.
кот. Что это? Пацан. Я просто вниз прокопаюсь опять. Что это такое? Где я? В какой я жопе? Что это за... Что это за... здание? Да, Миша, не мешайся, я копаюсь. Нам точило вообще нужно? Что? Нам нужно точило? Нам. А, да, нам нужно. Всё. Да, Миша! Что за try a different time? Что это такое? Я фигню какую-то нашел, пацаны. Ой, я чуть ли в лаву не упал. Да, Миша, уйди, я копаюсь. Что это? Red Candle. Ничего не понятно. Я не понимаю, что здесь не так. Почему-то оно установлено. Давай попробуй в другое время. Что это значит? Попробуй в другое время. Что нам надо срочно, нам надо ночью дождаться, пацаны, потому что здесь я нашел какую-то фигню, которая работает ночью. И это большое здание. Ну, окей, ты там проверишь, а я добывал мазу уже. Ребят, нам срочно сейчас нужна ночь. Да, Миша, ты задолбал тупехаться. Все, забирал его мазу остальные все. Я даже не скопаться, я хочу шахту просто бомбезную сделать. Я же шахту нахожу. Я просто в рандомном месте, вот. А, кстати, какая у нас высота, Миша, посмотри, вот, тут еще алмазы, кстати. Я запустил двигатель. А сколько у меня, кстати, алмазов? Нам срочно нужна ночь! Миша, вот у меня алмазы. Короче, я продолжу запись, когда будет ночь. Настала ночь. Я все еще пытаюсь понять, как там можно использовать. Что-то... Это вообще чёрт. Это фигня какая-то, я не знаю. Я хочу это использовать. Какое-то время. Так, уже ночь. Или это надо делать на рассвете, я не хз. Понятно. Я ее пытался сломать, но если. Я планирую сейчас начать игру по новой. А, мост атаку. А! Леня, атакуй его! Что, черта небесная? Негры атакуют, негры атакуют. Леня убили. Говнодавки, а? Попробуй это ты использовать. Я? Да, кто может остаться тут и просто использовать эту фигню? Миша. А, у меня такая же фигня, Миша. Останься тут и пытайся до конца использовать эту штуку, понял? А если ее просто сломать? Попробуй. Я, кстати, скрафтил алмазную кирку. Ну давай пытайся сломать. Ты ее никогда в жизни не сломаешь. Уже почти. Короче, я сейчас попробую наустанавливать дохрена обновлений на Майнкрафт, и поэтому. Что это за скелет? Что, ты Майнкрафт качаешь, говорит? Я обновляю этот лаунчер до самой последней в старте версии. А, ты там скачиваешь его? А у вас слушай, какая бери версия этого лаунчера? А опа, нас... нет, я ставлю мирную. Ты гемон, тихо! Чё, не задыхай меня, ты чё? 2.992. А у меня 2.923. Поставь... А, ну либо 923, ну на 9 начинается, короче, понял, да? Герман, зачем ты поставил? Всё. Слушай, чё, ты... Кирилл, ты, блядь, чё? Сейчас, подождите. Я пошутил. Forge 1.19.2. Ну, установить. А, имя пользователя надо. Я больше не буду, правда не буду.
Я правда больше не буду. Гриша, я тебе дам алмазов на меч, то есть 2 алмазика дам. Чё? У меня уже я это... не я его уже Гриш, слышишь? Я слышу. И да, броню. У меня теперь качается всё. И на броню дам. Миша, Клёня, ты опнись. Или иди туда, к этой штуке. Иди к той штуке. Жать её. Ты что, не понял? К той штуке жать её, ты дебил. Это, вы можете скачать моды, но они вам не понадобятся. Нет. Боже. Они для меня только. А что? Что? Почему ночь, ночь, ночь? Вы должны штуку эту использовать, вы поняли, нет? Да там всего лишь несколько индустриальных модов. Мне всё равно нет, удаляешь их. Да, Гриша, там оно иначе Майнкрафт нравится. Ой, я не того! Я Мишу хотел! Миша, ты тупой, зачем ты тут на сервере появился? Кик, кик. Да нет, 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 я вам нет. Я Мишу хотел, Миша, пожалуйста, не надо. Ладно. Что это за звук? Ладно, я сейчас приду. Гриша, качай. Сейчас, я кое-куда скажу, что давай. Ну спи, шлюха. Сплю, сплю. А? Да. Нет. Да. Пошла. Немножко алмазик. А вы знали то, что Дима со своим пенисом играет? Дай, пожалуйста, немножко алмазиков. Да Димочка шалит. Димочка немножко шалит. А еще Дима кончил на печку в бане. Я его белая жишка поджарилась. Аджишка? Гаджишку? Нет, его белая жижечка поджарилась. Я взял котел. Меня бьет. Есть смысл сейчас? Меня Герман бьет. Есть ли смысл сейчас одевать алмазный нагрудник? Нет. Лёня, куда ты отшёл? Я знаю, что он отшёл. Негр! Дайте 8 алмазов на пропитание. Иди на... Когда Лёня вообще... Куда так дорого? Вообще офигел. Да ты шо? Иди копай. Ты пёс. Пёс на. Пошёл копать, негр. Пошите, негры, солнце и ещё... Да, сужгаю! Фоли! Я пока скину, устанавливаю. Кстати, а как регаться? Руками. Можно только играть со своим... Мечом. Да, типа там это... Мечи, мечи. Да-да-да, мяч. А? Так. Можно я нажал на аккаунт, а как дальше? Вот это ходи. Версия, нет, версию, нет. Помнишь? Forge 1.19.2. А я моды не установил. Нам моды закиданы. Так что пошел в попу. Качай ты, блядь, чего ты там? Куда посылаешь? Тебя. Ну все, поворачивайся задницей. Это ты куда отдай? Не прыгать, если я пёкну тебе наличка. Я не могу найти этот обосранный подсолнух. Я думаю, он тебе не пригодится, бубсяк. Нет. Мне нужен этот подсолнух, мне надо найти на деревню эту обрыганную. Обрыгашную деревню. Да.
Я становлюсь сейчас скин Гитлера. А слушай, можешь не говорить, у меня запись идет. Лок. Это не точно. А где мой кот? Он убежал! Он понял, насколько ему плохо, и он убежал. Жить в твоей семье. Офигел? Нет, я пошутил. Компас взять. А что-то громко этот Майнкрафт сраный. Ты зашел? Да. А модель закинул? Да. И все работает. Да. Ну все, заходи на серии. Там жми в сетевая игра по адресу, я тебе скину. Давай. А это вот это надо скопировать. Да, которая сверху 2H26.3. Да я понял. Потом ТП Гамбион 937. Трэш. Так, Ctrl V. Офигел? Ctrl V. Подключиться. А, нет. Ты зашел! Приветики. Я зашел. Пиши ТП. 78, где он? Подождите, а как скин установить? Потом объясним. После ТП хотя начать. Пиши команду ТП. Габилу 9. Да я ничего не знаю, что ли? Я знаю, как это делается. Мне надо мод установить. Ой. Кин. Потом. А, серьезно? Я могу написать Герман тебе. А, нет, не могу. Ты опасен, надоел. Подожди, не ори на меня, я тебя сейчас засушу. Негр. Да, да, ты даун. Гламурные штанины. ТП, Гамбио. А вот я вижу тебя. О, приветики. Вот. Смотри, теперь жми на вот этот сундук рядом с желтой кроватью, вот этот. Подожди, я на полный экран. Миша, уйди! Куда ты, Кать? Чего вас так много? Вот этот. Вот да, этот? Да. Бери это, все твои вещи. О. Тиму. Прикольно. Нормально. Или вообще сложно. Чего вы тут вообще отстроили? Мы много чего. У нас уже стак говна. А туда можно вниз? Там шахта. Ты потеряешься. Слышь, Миша, я тебе разрешал, сука, трогать. Ты, блядь, мразь. А как бегать в этой версии? На КТРЛ. А. Ого, там вообще бездна какая-то. И зомбак мертвый. О, прикольно. Все, я пошел работать. Я уголь добывать пошел. Где уголь? Вот он уголь. А это все гравий или булыжник какой-то? Булыжник. Я просто хочу сделать огромный обвал. Не против, если я возьму динамит? Что, где динамит? Если я возьму его где-нибудь. Да нет. Где Лёня вообще? Он где-то в АФК. Он отошёл куда-то и не вернулся. Он никогда не вернется больше. У меня на техносборке были некоторые моды. Алло. О, Лёня, к нам Гриша зашел. Да? А я это хавал, ой, я заваривал, в магазин ходил, заварил досок. А как у Гриши ник? Томми 1488. О, это вот Гриша. А как установить мод, этот скин? О, у меня алмаз сломал. Дайте мне нормально, у меня была полная алмазка. Герман, верни мне быстро. Кого у меня нету, ты тупой?
Я с тобой общаться перестану, если ты мне не вернешь маску, которая была целая. Придурок, я не трогал твое говно. И у меня твердость была на шлемах и на этих была другая. Почему она поношена? Быстро объясняйся. У меня обычная, это, бля, у тебя украл... Гриша! Да не Гриша, это... Гриша, да, я тебе скину кое-что лучше. На. А, подожди. Я для Гриши работал, да я для Гриши работал, я ему... Как пройти-то сюда? Гриша, на. Смотри. Давай. Алмазку надо, просто я себе сейчас другую сделаю. Давай. Сделал. На. Почему она поношена? Я же ее только сделал. Тоже все поношено. Да, блин, я меч случайно выбрал. Дай меч, я случайно. Так. А моя где бойка? Твоя вот, она вот. Нет, твоя вот, где Лёня стоит. На жопе, нет, на жопе. Желтая моя. Желтая моя. Сундук. Это мой сундук и желтая моя. Понимаешь? Бля, да нет, что вы так тесно сделали? Так это да не я. Мы могли больше сделать. Я вот это кто так делал. Я рот шатал тому, кто это так сделал. О. Все, Гриша, все не лагает. А ты поиграл уже? Чуть-чуть. И что, не было скримаков пока? Нет. Ну ладно. Так, мне нужен песок, сосок. Гриша, у тебя есть меч там, не знаю? Да. Нет, да, есть. Да. А какой? Обычный железный. А зачарованный? Да. Да? Нет, обычный. На, вот, зачарованный. Кто мне дал железный меч? Гриша, скинь, это зачарованный мне. Так, что бы еще Грише дать? Алмазку я ему я дал. Я нашел какую-то книгу, Лень, я книгу какую-то нашел. Какую? Посмотри. Как ее кинуть? А, вот сюда. Вот. На кью, да. А где? Вот. Автор Гамбис, оригинал. А как ее прочитать? Герман. Ты что, даун, Герман? Мусор сложу. Что? Я... Подожди. А, спать идем спать. Гриша, ты сам даун. Почему я? Не обзываться на этом сервере нельзя обзываться, сказано же. Спать. Не иду спать, не ори на меня. Я кикну тебя вообще. Да подожди, я бегу в шахту. Гриша, пойдешь в шахту со мной? А у вас есть рельсы и вагонетка, типа кататься куда-нибудь? Нет. Зачем? Вообще офигели. Шахту надо сделать. А я... А вот моя койка. Пи, моя радость. Сдохни, моя тварь, сдохни. У вас что, даже рельс нету? Вообще офигели. Они просто тупо не крафтили. Еще какое-то говнище вот тут есть. Гриша, иди за мной, за песком, я за песком. Гриша, за мной иди. Давно идет? Да вы даун у меня бьете. Я тебя не бью. Ты со мной идешь просто. Стой! Да Гриша! Отстань от меня, я тебя засужу, пошли. Так я тебя алмазов сейчас дам. Не иди туда! Сейчас, ты чё? Герман, включи нормальный режим, так скучно да играть. Да иди ты. Ну реально так скучно играть. Да, реально, Гриша еще не пугался. Что? Ну Гриша еще не пугался. Тихо! Гриша, иди ко мне.
Да Миша, ты ко мне. Миша, пошли. Иди ты ко мне. Пока. Миша, ты пошли ко мне. Миша, напиши команду. Да не, вдруг тебе я чуть-чуть ниже тебя. Так я Диалмагу буду искать. У меня шапка тут своя в Диалмаге. А где? Ну вот, я все написал, напиши в ТП и мой ник. Вот такую вот, смотри, ладно? Через слэш только. Да я что, не знаю, что ли? Герман, ты пыхайся ко мне. Ты где? Ну ты пыхайся ко мне. Тебе помогай мне. Ты пыхайся ко мне. Короче, Гриша, я пропишу волшебную команду тебе и мне. Герман, ты пыхайся ко мне, пока... Подожди, я сейчас... Так тебе уже тэпнулся, пыхнешь. Что ты гавкаешь? Вот. Я охренела, дай мне песок. А, вот. Чем он тебе... А, так мы с тобой сдохнем, стой! Стой! Капец, ты. Гриша, я напишу просто такую команду, потому что я ведро напишу, забыл. Тебе и мне пишу. А чё то... Да за что? Сейчас увидишь. Я ведро забыл. А за что ты меня убил, мразь? У меня пять динамита. Так, подожди. За что ты меня убил, Даун? Потому что я ведро, тогда бы ты, у тебя броня сломалась, чтобы я тебя не убил. Динамит. Я ведро взять. Понял? А зачем этот... Че? Почему нельзя вниз было идти? Потому что... Ломает. Миша, погнали в деревню. Все, и прыгаем, давай вниз. Я за водой, успеваем. А я тебе дам один алмаз, а ты мне одну бомбу. Пошел ты. По два алмаза. Чё ты глубоко? Нет, я максимум возьму 10 алмазов за одну бомбу. Давай, ты мне бомбу, а я тебе... Эндермун! Убьем его, Убивайте, потом мне эти штуки давайте от Эндермуна. Сдохни! А, меня залагало немного. О, он в паутине запутался. Всё. Ой! Там сатана! Миша обосрался, я так и знал. Нет, я просто упал, я думал, я выживу, а я сдох. Я тоже думал, что я выживу, я тоже провалился. Я за тобой просто побежал. Да, Миша! Миш! У меня ресурсы не прогрузились! Миха! Да! Че какие тут деревья? Гриша, ты где? Я опять туда иду. Тебя ничего из камня. Гриша, давай прими, я тебе скину один файл, ты его скачаешь, в ресурс пак закинешь и будем с тобой алмазы на изи добывать. Да я и так буду добывать. Да не, я кое-какую интересную программу. Которой у тебя нету. Подожди, Даун. Я тебе говорил, подожди, Даун. Да я ведро не успел, оно у меня выкинулось. Гриша, ты пыхнешься ко мне, короче, когда я там буду, вот и все. Понял? Решение проблемы вот такая. Я пока шахту еще одну копаю. О, уголь нашел. О, много угля. Прям захоронение. Да, офигеть тут угля. Мы с Мишей как нашли какой-то биом сакуры. Ну мы с Гришей тут добываем алмазы. Как моду взять? Почему она не чепает? Водой зачерпни! Опять Никита звонит, да боже! Что? Что? Гриша, ты пока мне, пахайся ко мне. Нет. Даже часа не прошло, еще ты гений. И пусть он звонит, мы сами выйдем, позвоним. Мы сами выйдем и позвоним тебе, окей? Да Леня, тут математичка воскресла. Да не, через пять. Опять? Ну да. Она идет. Я понял, принял. Ты пока мне, Гриша, быстро попахай. Ребят, вам надо спать, нам надо ложиться спать, алё. Да ладно!
Я как будто этого не понял. Скажите, когда ляжете спать. О, подожди, Гриша, я добавлюсь. Я тебя буду просто... А математичка где-то воскресла. Я знаю. Да стой, Гриша, не копайся, Миша, я копаюсь. Где? О, медь. Я медь. Миша, ты где? Что, железо добывает? Железо, я пошел алмазы. Я медь просто... пока добываю. Миша, что ты молчишь? Сиди, я забагался. Лёня, о, я железо нашел. Я тоже. Ё-моё. О, я золото. Железо, так, чуть-чуть. Так вот, там добываю, вот он. А где оно? Да стой, 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 не копай, даун. Вот, вот он. Бля, там гранит. А пока я вниз бегу. Стой, нет, мне нужен, О. Стой, беги в воду, во. Сзади. Сейчас ты взорвешься. Да блин. Я стою шалушай убиваю. А. Я не пойму, почему. О! Лазурит. Ты шалушай, я потому что ударил. Ты его ударил, потому что. Ой. Так, Гриша, я еще алмазы. Так, где твой кот? Я в лодку сажусь, я уезжаю пока. Да, Лёня, подожди меня, дам. Топайтесь ко мне. А ты где, ко мне, ко мне, быстро. Ай, что это было? У нас молния ударила. Я тебя, походу, нашел. У нас молния с Мишей ударила, у нас сломалась лодка. Гриша, пошли просто в ад путешествовать. Я, подожди, я к ТП, я ТП-хусь к тебе дал. Я не могу найти этот сраный подсолнух. Сейчас я ТП-хнусь. Пошли. А ты тоже сдох? Да! Миша, придурок. Всё, теперь можно как-то денег на Майнкрафт играть. Бежим! Куда бежим? Сдохни, сдохни! Опа! Одну убил! Убивай его, давай! Мочи, спасибо! Чё, раз сейчас убьют? Убирай его, вот! Да, молодец. Один это лук зачарованный, я же забрал. О, подожди. Оп. Я обосрался. Бежим пока отсюда, ты... тут какой-то негр сейчас появится. Это... Хватит это говорить, ты дура! Сиреноголовый! Лёня, ты как сдох, ты пахайся ко мне, даун. Ща, подожди, ТП, ща пропишу ТП. Он меня нашел, но он почему-то в стене забагался и там остался. Миша, идем. Че дал? Блять. Я бы, если честно, под такого бы. Если бы на меня бы еще что-нибудь вылетело. Подожди, я добываю железо. Ну добывай, я пока уголь добуду. А, ну, нет, я грыз не... этот в стене застрял. Да, все страшно. О, я стак. У меня уже стак железной руды, еще почти. У меня еще 14 штук. Еще угольку надо добавить. Ну, если захочешь, ты топнешься ко мне. А ты где вообще? Я не знаю. Я где-то. А как Миша, вот этого Миша. Убрать? Миша. Бля, нахер ты молчишь? Да Лёня, ты где? У вас тоже Миша молчит? Тупо ко мне, Гриша, быстро, тупо ко мне. У вас тоже Миша молчит? Да, Гриша, приду. Сейчас, Гриша, приду. У вас тоже Миша молчит? Герман! Миша, чё у тебя с микрофоном? А в пусто микрофон, я чё с ним делаю? Короче, Миша, нам надо найти что-нибудь такое клевое. Нам надо найти подсолнух. Ищу. А? Понял, ищу. Я пока на мирную поставлю, потому что...
Лёня, ты где? Работает команда Сет Дэнис. У нас капец тут. У меня тоже тут в шахте вообще трэш. Бля, Миха, нахер ты ТПРшься, когда ты рядом со мной? Па, я не могу догнать тебя, поэтому я ТПРхаю. На КТРЛ беги. Я хочу печенье жрать, я хочу жрать. Сейчас я возьму печенье. Берем печенье в рот. Ау. Да Лёня, где-то даун, Лёня. А как скин поставить? Герман. У тебя уже есть скин. Гитлера? Осуждаю, блядь, да он. И да. Нет, не Гитлера. А мне нужен Гитлер. Чем он тебе ёбаю мать? Кажется, спасибо. Как поставить скин Гитлера? Фашист. Не вижу минусов. Митя, печеньку хочу взять. Как поставить скин Гитлера? Че, я возьму печеньку. Как поставить скин Сталина? Ну, Герма. Там можно. Да где? Потом объясню. Нет, сейчас. Не обязан. Я вообще печенье ем. И что? У меня нет печеньки. Миша. Да блин, а! Миша! Да. Так сегодня к тебе с ночевой можно? С ночевой я еще не спрашивал, но в гости можно. Да блин, ой, мы сейчас с Леней сдохнем здесь. Мне сейчас придется мечом копать, потому что у меня кирка почти сломана. Миша. Миша. Миша! Он меня сейчас не ушел куда-то. Негр Пенни, ты где? Герман, я к тебе. А зачем? Прикол. О, все, Миша тут, я услышал его. Чё? Герман, ты вообще где? А. Герман, плыви от него, плыви. Так он залез. Да вы дауны. Это Миша. Ай! Кто? Садись, это он ломает. Я нет. Ты тэпайся к этому, к Лёне. Я не хочу к нему. Он АФК пока. А! Ну, ага, да. Я, наверное, в крепость пойду жить, если найду её. Удачи в поисках. Киеву нашёл. Кого нашел? Могилу. Могилу иди добывай там. Там прокопай могилы. Покажите могилу. А где могила вообще, Миша? Вон она. О, тут эти из степи. А это не могила, мне показалось. Ты придумай. Смотрите, тут черные пупсы. Ой. Один исчез. Еще один черный пупсик. Вот этот душевный крик вообще понимаю. Он опять исчез. А что тебя, сзади меня тебя... постоянно светится? А тебя все убивают. Там еще один пупсяк. Я в лаву пошел.
А можно я сожгу свой меч зачарованный? Значит, да. Сожгёшь, гей. Ок. Миша, ты это видишь? Миша. А, вижу, вижу, вижу. Зато я украл с базы ранцевый резервуар. Почему я не могу ничего взять? Я храм хочу найти. А можно включить режим креатива? Нет. Значит, можно. Ты не сможешь. А я включил. Чего я тебя сейчас кикну? Амбата, верни, либо я тебя кикну. Да ладно. О, я какую-то деревню нашел. Сейчас я только до неё включу. Кик. Да все, я сейчас переключу, подожди, я сейчас переключу. Даете 5 секунд, раз. Подожди, гейми. Два. Моди. Да подожди, Герман, где ты сунул его? Все. 4, все. Все, я переключил. А за это ты умираешь. Смотри, тут этот шелушай. Ну-ка, а че это домик? Ударь шелушай, ударь шелушай. Зачем? Ударь его, скажешь, когда ударишь. Ударил. Да как? Герман, ты даун! Что? Это во всем ты виноват, я больше с тобой не общаюсь. Я шелушай убил. Это ты меня убил, мразь. Нет, докажи. Да. Чё, даун? Он не мог меня изнасиловать в попу. Это ты так думаешь. Ах, вот как. Вообще, пока Миша там что-то ищет, я уже давным-давно от него... Ах ты, блядь, Питер! И-и. Так, значит, это моё. Всё, что тут есть, тоже моё. Ты про что? Про хлеб и картошку. На базу верни ты, чёрт! Да я всего пару кусочков взял. Так... Даже я больше ничего не ворую. Я не ворую, я позаимствовал. Это можно. Я тебя позаимствую убить. Баня. Почему тут баня? Пивоварня. Вы офигели? А где хмель? Мы пили. Баня? Мы пиво пили. Некшу камень с собой брать. Зачем? Игровая комната. А почему она похожа на комнату пыток? Пока мы плывем, я посмотрю ТикТоки. Здесь пусто. Что у нас еще есть на базе? Ты. Круто. Это не база, это дом, если что. О, полочки надо поставить. И вот эту какашечку. Так, что у нас еще дома есть? Не лазь, там все очень важно и секретно. Я все это добывал с трудом. Блин, я опять свой дом нашел. Серьезно? Ну вот видишь там наш портал на букву Я нажми, и ты можешь приглядываться. Я вижу. А я, короче. Первым мы, похоже, с тобой всю планету уже оплыли. Леня, ты где? А, ребят. Ты где был? Я кушал, еще куда-то идет. А сейчас ты куда? Может, гулять пойдем? Нет. Ты тоже это видел? Там здание утонувшее. Там делать нечего. Герман, там здание утонувшее. Нет. Герман, там утонувшее здание. Да я уже его чекал.
Так, Герман, пойдем гулять? А когда пойдем? Скоро. А как на базу? А, вот. Это. Гриша, ты пока мне. Да подожди. Срочно, ты пока мне. Герман, ты в курсе, подожди, что нам осталось 10 минут? До чего? И час пройдет. И чё? И то, что ты сказал, что мы час будем играть. Ну это не точно. И что? Я взял чуть-чуть еды, чтобы в шахте не сдохнуть от голода. Мы с Мишей плывем на какой-то другой мир. Ну что ты делаешь, отойди, Гриша. Это даун! Чё? Да подожди, я копаюсь. А чё это что? Это мы где? Вот сам не знаю, я вот сам говорю, чё это. Так, чё у нас тут в печках? Сколько? А что там? Чё ты взял? Железо, посмотри, сколько. У нас так, и что? У меня уже 3 куска золота. Гриша, алмазы нужны, да? Давай. У меня с тобой 1 цветок золота, 9 цветок золота. Ну вот, подойди ко мне. Я еще и лопату возьму. Мы опять на свете с Мишей тут здание странное. Да Леня, куда? Ну вот, подойди ко мне, вот тут алмазы. А-а-а. Сейчас, Гриша, подойду я сейчас. Герман, там деревья! Погоди, видишь, это большое здание, это... этих убийц, этих маньяков. Деревья. Вначале давай деревню прочекаем. Так, что ты где-то? Ты пахнешься ко мне. Сейчас летим с высокой высоты. Миша, стоять. Миша, я чекаю, а потом тебе прибыль делаю. Алмазы! Лёня, ну вот это надо? Дерево строить? Нет, лаву не надо. Надо? Нет, железо надо, золото. Я сжёг их. Смотрю. А чё тебе не надо? Чё ты выкинул? Какие-то цистерны. Ну ладно. Капсулы какие-то стеклянные для ранца, что ли? Нафиг ты их выкинул! Лёня сказал, что они не нужны. Лёня, ты дебил? А я откуда знаю, что надо оставлять. Ну ладно, без их поживём. Да-да-да, согласен. О, алмазы. Ну, нет. Бери со мной, ты обещал. Где алмазики? Дай мне. Вот. Миша, я ничего нормального не могу найти. Тут одно просто говнище. Чего, Вера? Алмазы нашел, делись. Просто. Это что такое? Гриша. Потайную комнату нашел. Подожди, золото. Нет. Да тут вообще золото до хрена. Пошел ты нахер. Делись. Пошел нахер. Гриша, иди ко мне, ты пока мне. Манда фляжка. Ты пока мне, Гриша. Да отстань от меня, я лезу. Погнали, а что тут? Переведи, что это вот написано. О, ТНТ, я нашел. Подожди ты. Стой, Миша, нет, нам обратно. Где переводить, что переводить? Ну тут надпись. Тут... Подожди, я сейчас поищу все. Да Лёня, дай, что ты взял. Я ничего не брала, что такое. Ой, я печеньки возьму. Это вообще что это? Мы вот тебе... туда. А кто тут еще живет, вообще не понимаю. Тут поршень какой-то. Лестница. Да Лёня, стой, даун. Что-то я к тебе. А, подожди, я за тобой. А вот оно, там просто бочка, я ее уже обчистил.
Да там просто лестницы, я ее уже обчистил, пошли сюда. Нажми на кнопку. Да ты да, он там просто три лестницы. Нет, там наверху чё-то, подожди. Да, у нас обойдёмся. Я пока механизм разломаю весь. Короче. О, так тут вообще прям механизма. А, так тут вот это говно. О, то... Опа. Я и говорил, что тут что-то есть. Да, пап. Рука, заберу. О, эндерпелло, эндерпелло. Да, я изумрудик выложу, наверное. Нет, я лазурит выложу. Нет, я гнилое мясо выложу. То, что нужно, ладно, заберу на всякий. Что это? А! Я вот это пока добуду. А, это вода. О, тут еще 5 этих. У меня полностью инвентарь забит всяким говном. А медь, кто ли он будет собирать? Зачем? Да кто может здесь... Офигеть, я тебя утратил. Миша, зачем ты идешь за мной? Миша, тебе надо на выход. Что узнать, что вот там есть? Вот, я не успел! Моё! Куда? Где оно? Где это говно? Быстрее! Миша, нафига ты ко мне телепортируешься? Можете вопрос такой? Порох! Я нашел порох! Вау, у меня 5 диамитов! Диамитов. Вместо щита возьму. Изумруды, да мне одни изумруды-то и падают. У меня дофига изумрудов, у нас уже больше стаков. У меня 13 уже. У нас больше стаков уже есть изумрудов. Ну Люба, да. Нет, ты где? Ты только мне тогда. Блин, подниматься что-то быстрее, чем спускаться. Офигеть, тут Лёня, ты пэхайся ко мне. Я знаю. Ты пэхайся срочно, тут вообще. Чё там напиши? Офигеть. Миша, нахера ты ко мне ты пэхаешься? Тут кристаллов и меди. Окей, сейчас тут. Бля, на. Ещё зелья есть. Исцеление. Я Мишу закрыл. Вверху там. Пока, Миш. Надо. Три зелья исцеления я взял. Миха, пока-пока. Да блин. Дай. А где? А, вот она. У меня коврик в говне. Алло, вы здесь? Ой, надо. Нет. Да. Пошли куда-то. Идем. Когда гулять-то пойдем? Не знаю. Ну, точно не на заброшке. А Лёня, ты куда? Он вылетел. Сюда он? Кто, я? Тут. Нет. Почему он вылетел? Я ему не разрешал влетать. Алло, ты офигел? Я тебе не разрешал влетать. А мне тикнуло с сервера. Что? Я подобрал обвисшие капельники вот эти. Что вот. Это? Что это? Что? А, вот всё. Эй, я под картой вообще. О, Лёня, ты здесь со мной рядом. Я в пустыню нашел.
Пошли, Лёня. А куда? Мы вообще в какую-то жопу провалились и все. А я в пещере. Ой, я далеко от дома, вообще далеко-далеко. А, мы наоборот вверху, а нам надо вниз. Ема! Попайся вниз. Это смерть. А я тут пока поупаюсь. Да подожди, негр. Плюс кость. И плюс... Миша, ты придурок! Он там часть какую-то откопал, и все развалилось. Я обосрался. Да люди там металлические или бетонные какие-то пластины двигаются. А что вообще Миша молчит? Подожди, Лёня, я к тебе сейчас тпхнусь. Там вообще голоса чьи-то. Это вообще где? Ну, порох я возьму, так конечно. Ты мне... Сколько у тебя пороха? 8. А, нет, 10 уже. Ты а вот еще дашь, взял 5. У меня 15 теперь. Ты его мне дашь, у нас будет дофигища. Да почему я должен тебе давать порох? Я сделаю нам дофигища динамита. Зачем? Ты не знаешь, зачем нам динамит? Ты серьезно? Что ты будешь взрывать? А, потом поймешь, что для нас в будущем это будет очень важно. И так рано или поздно мы пройдем эту игру. Что происходит? Шалушай мяуку. О, я взял какое-то говно. Я беру железо и костную муку. Медь, она мне тут вообще не нужна. Зато тут костные муки есть. Вот это факт, чего за Лёня? Чего у Лёни за пылесос? 5 костной муки. А мне нужен этот ключ? Я его выкину. Стал крутить. На! Да ты охеревшая дура, я тебя сейчас... Так, кик. Нет, я победил! Не надо, я тебя умоляю! Я тебя умоляю, я буду хорошим. Мне еще любовь. Нет, я буду хорошим. Золото нашел. И я костную муку. Пожалуйста, тебя умораю, бля, я буду очень хорошим. Я больше не буду тебя бить. Тогда ты будешь моим сыном. Пожалуйста, не надо меня бить, я буду очень хорошим. На колени. Я поклоняюсь тебе. Да тут вообще костной муки дофига. Мы в жопе. Мира. Меня лягушка в CS2 позвала, но я не пошел. Да ты вообще лягушка сраная меня бесит. Что? Я это вижу или мне кажется? Миша пошел. Ой, на... еще золото и костная мука. Ой, еще и порох. Прикинь, как много пороха. Целых 4 штуки. Нет. Еще книга зачарованная. Да пошел ты нахер, что ты меня трогаешь своими руками? А нам сейчас надо прятаться? А вас сейчас убьют. Реально? Да они не убьют меня, я они меня вижу, боятся. Я вижу какой-то дым. Что? Что? Миша! Бля, Миша, ты задрала, ты задал... Ты долбал, мол, спать! Лёня, ты вообще где? Почему Миша молчит, он меня бесит? Усугу вообще. Фигово, я что-то с ним сделаю! Согласен? Да Лёня, ты даун, ты зачем в паутину там полез? Так ты так он меня убил. Не, тут вообще какие-то крики души. Что это за дело? Что это за странное дело? Бежим! Так, хлебушек мне нужен. Да не тыпайся ко мне!
Миша, вот лучше возьми этот черный флаг, он нам нужен для Лёня, дома. Лёня, ты где? Копаюсь. Или вот желтый, черный, Чудаун, желтый. Ты где? Да осуждаю! Кого и за что? Миша, сломай этот желтый. Возьми желтый и черный флаг. Он нам да, для Лёня, дома. Ты где копаешься, Даун? Миша, идиот. Я сейчас к тебе тпхнусь, Даун тупой. Ты как всегда в какую-то жопу заходишь. А как ты сдох? Лёня выпал из мира опять. Да Лёню скамят вообще. У меня сломалась кирка! Такая алмазная? Нет, мне никто не выдавал алмазную. Можно, о, кстати, Михай, в меня... приезды позвонить. По приколу. Нашли здание в пещере. У нас тоже были здания в пещере уже. Ой, не в пещере, а в пустыне. Нет, у нас в пещере. Ребята, я тебя в сундук положил ламберджанчик. Люди, как ты сдох вообще? Ты пыхайся ко мне. Неужели мы пошли на одно и то же место? Не может быть. Офигеть! Тут вообще ценные материалы. Меня бесит Миша, он за мной бегает, он все мое трогает. Тут порох есть. Я первый сюда пошел. Да кого ты первый пошел? Я первый нашел все это. Опять. Как минимум, мне пофиг. Здравствуйте. Что-то говняное вообще. Лёня, тут алмазов дофига! Ну чё? Добывайте. Так я это сейчас буду добывать. Офигеть, я просто рандомно что-то сломала и алмазы выпали. Пузырёк опыта вообще выпал, ну круто. Чё вообще говняное? Говняное здание, вообще ничего нету. Лута нету. Я на таких плювал. Скелетик. Так, чё у нас тут ещё есть? О, котик, здорово. Да Лёня, ты пахайся. Ты инвалид? Лёня, заходи-ка этот. Ты пахайся ко мне. Иначе ты говнё. А Лёнь. У нас все плохо, там этот негр опять. Вот говорю, ты так много! И вообще у нас проблемы, потому что отсюда даже не выбраться. Ха-ха-ха-ха-ха. Да Лёня, ты пахайся ко мне, заходи, ты пахайся. Куда гулять пойдем? Ты надоел. Иди гуляй. Пойдем сегодня гулять. Гуни, пойдем сегодня гулять. Отдай мою лодку. А, сейчас. Сейчас дам. Будем пойдем сегодня гулять. Лодку дай мне, дура. Герман! Да зачем не идти гулять, когда можно пойти гулять? Ну можно, но мы же не хотим. Я сейчас не хочу. Я тоже сейчас не хочу. Я столько пузырьков этих разбил, у меня уже 11 левел. Бля. Лёня, быстрее ко мне ты пэхайся. Зелье! Да пошёл нахер, конченая шалава! Пэхайся, Лёня! Ты пэхайся ко мне, Даун. О, Миша педофил, он убил зайца бедного. Дарил он случайно. За нечаянно насилует специально. Прям полноценно убил его. Я случайно. Приветики. Миша.
Чё? Верхний сундук только можно трогать. Я верхний только сундук. Миша, ты обиделся? А я... Ну ладно. О, я новый щит себе нашел. Это мой верхний сундук. Я себе новый щит нашел. Только вот это не мой верхний сундук. Я себе новый щит нашел. Щит. Нет, верхний сундук наш с тобой общий. Слышишь, Гриш? Да блин, ты издеваешься, где мой тогда сундук? Почему всегда у меня нет чего? Я каких-то белых мразей, я синих мразей особо. Дай мою жель! Она мою алмазную кирку забрала! Не трогай, ты герман тупой. Ладно. Она мою алмазную кирку забрала! Отдай, шлюха дешевая. Ты чего, охренела? Я должен вас убивать. Я не могу это говно. Миха, она забрала мою кирку. Гриша, пошли в ад. Шлюха еще улетела. Пошли. Что за говно, меня воровали? Пошли, да. Все это тебя. Спасибо, если Леня ты кидала все. Леня, дай мне один алмаз. У меня нет алмаза с тобой. Давайте. Зачем? Я вообще герман. Я вообще герман. Так, что тут нужно прошарить полностью? О, уголек. Забираем. Чё за... Чё за козерог? Стой, Гриша! Гриша, у тебя есть алмаз? Нету. А что это за пиписька летает? Она забрала мою кирку. Алмазную. А что это за пиписька летает? Я тебе говорю, она забрала мою кирку алмазную. Я её сейчас изнасилую. А где она? А вот она. Это ангел, что ли? Герман, да, я нашел первым! Пошел ну ты! Ну сдохни ты уже! Ну сдохни! Это же только компас мой, Миша, только посмей его тронуть. Она не умирает! Мы, наверное, были. Писька-грызка тупая. Надо было ее тогда сразу лавой залить. У меня нет лавы, даун. Сам ты даун. Нахлоп даун. А я умею на этой какашке играть. У меня весь инвентарь полный. Бамбюк? Нет, это я играю на этом говне. Прикольно. Чина... Так. Что тут еще можно украсть? Ой, то есть позаимствовать. Гриша, тут по камню. Нет. Герман, включи другой. Сейчас я у Германа все заберу и пойду. Я тебе сейчас по лицу. Так, кик. Да все, я ничего не брал. Так, ты тут остаешься, понял? Что? Я? Да. Хорошо. А можно я с тобой останусь? Стоп, а где моя вещь? Синяя мандафля! Я тебе сказал там остаться! Ты чё, инвалидный? Так. Не надо. Герман, я очень долго зарабатывал. Мысли, какая? Что? Нам эту шалаву надо как-то запереть. Сейчас, Гриша, я... Так, Герман, опять кикаю. Кто к нам зашёл? Ага. Влад, заходи к нам. Кинь моды. У нас... Мы ничего не скачивали.
Мой старший брат удалил их. Он сказал, типа, это вирусы. Ну там сверху поищи, там написано не МД, а Майн. Майн прям написано. Лёня, а вот, хотел мне? А вот это арчет, я вот это вот. Два мода скачивать. Герман. Подождите, как эту шлюху убить? Короче, я беру дробовик. Я беру дробовик. Герман. Лёню. Шлюха, не по. Она не. Я убиваю Мишу. Это я убиваю Мишу. Вообще-то. Я слеп! Все, нормально. А, Миша, это не надо качать. Ой, бля, как вы, Миша, Влад. Окей. Да, Люня, ты похоти ко мне, тут куча обсидиана, железа. Чё? Да случайно. Короче, я запутался, я из этого говна запутался. Да кто меня убил, какая мразь? Всё, хватит твоё. А это что за даун? Надо на него поссать. Гриша, ты ко мне. Гриша, ты ко мне. А чего не дома? Чего не дома? Лёня негр! Лёня негр! Осуждай!